Сегодня Государственному симфоническому оркестру 30 лет. Музыканты играют более 1000 произведений разных жанров, от классики до рока. Юбилейный концерт уже в этот четверг, а пока репетиция. Мы там, я же говорю, проскакивали кое-какие аккорды. Ну, все, я же сказал, все зависит от солистки. Как она будет пищать? Потом будьте внимательны. Пошла рука, не играйте. Прошу внимания. Тирасполь, дворец республики. На главной сцене Государственный симфонический оркестр репетирует отрывок из оперы «Евгений Онегин». Государственный симфонический оркестр создали в 1994 году. Сначала он был камерным, в коллективе около 10 музыкантов. В 1999 к оркестру присоединился будущий главный дирижер Григорий Масейко. Перед тем, как заступить на эту должность, я провел с оркестром очень большую беседу, серьезную, рассказал, что я хочу, как должно быть, что такое дисциплина. Надо каждый день репетировать. Каждый день репетиция общая. И домашняя плюс работа. Сюда надо являться с выученными партиями, готовы быть к любому, как говорится, капризу дирижера. И все. Вот такой порядок. Дирижер капризный? Нет. Если дирижер будет капризный, ничего не будет. Дирижер должен быть настоящим руководителем, психологом, педагогом. Сейчас о нашем симфоническом оркестре знают во многих странах. Выступать с приднестровскими музыкантами приезжают артисты из Франции, России, Англии и Германии. Свой юбилей оркестр исполнит мелодии из кинофильмов. Будут и сюрпризы. Первый раз прозвучит «Мамбо» из «Версальской истории». Мы играли сюиту из «Версальской истории», но вот этот танец «Мамбо» не шел. Потом «Мариконе» прозвучит на скрипке. Вера Бежан исполнит это произведение. Сен-Санс, Камил Сен-Санс, Тарантелл для флейты и кларнета. Праздничный концерт уже в этот четверг, 28 ноября, во Дворце Республики. Начало 18:00.